И, наконец, ваш прогноз на второй тур. Сколько человек придет и каким будет расклад? Вот сейчас за 3 недели. А потом проверим. Я думаю, опять что придет чуть больше людей. Больше? Больше, мне кажется, да. Придет чуть больше людей. Расклад будет... Я надеюсь, что Зеленский победит. Я надеюсь. Потому что если победит Порошенко, пол Украины встанет, уедет. Олеся, ваш расклад. Кто победит? Не на то, что вы надеетесь, а кто победит просто? И больше ли придет, или меньше? Вот мне сложно отвечать, потому что я же сейчас мысленно, я все взвешиваю, понимаете? И это будет очень сильно зависеть от того, как поведет себя просто сам Зеленский. Просто скажите, кто победит, у нас совсем нет. Ну давайте так, пусть победит Зеленский.